Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу павильон 6х6 на брусе. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы поставили, все зафиксировали, выровняли. Сейчас одну стену прицепили поликарбонат. Сейчас будем крыть вторую стену и потом начнем крыть крышу. У нас монтаж, напоминаю, строили теплицу павильон, будет выполнять роль укрытия для бассейна, скажем так. Идем смотреть. Размер 6х6, брус 150х150, обработан, закреплен. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40х40, 20х40, арки в виде ферм. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. С одной стороны у нас двухстворчатая дверь широкая, две большие половинки. С другой стороны обычная стандартная дверь на 900. Есть диагональные усилители. Ну, вообще объем, конечно, ощущается. Здоровый павильон. Покрыто все поликом толщиной 4 мм. Плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная теплица павильон у нас получилась. Размер 6х6. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.